Очищающий мусс с алоэ вера. Первая ласточка нашей новой серии Home Care, то есть профессиональной линеечки для домашнего ухода за кожей. Данное средство предназначено для поверхностного очищения, то есть для умывания, и представляет собой по текстуре очень приятную плотную пену, которая сразу выходит из дозатора. Для умывания средней величины лица, шеи, декольте достаточно приблизительно такой порции, величиной, ну, наверное, с маленький мандаринчик. Чем так нравится лично мне эта пенка? Я, честно говоря, влюбилась в это средство, когда тестировала его во время наших двухэтапных клинических испытаний. Это, конечно, текстура. Очень приятная текстура, совершенно божественный запах. По ней очень хорошо делать, кто любит по утрам делать самомассаж, лимфодренаж. Сразу убиваются те самые два зайца. То есть мы умываемся и делаем какую-то, используем массажную технику. Очень хорошо. Кроме того, очень мягкий состав по, естественно, моющей основе. По традиции компания Гельтек не использует, естественно, агрессивных поверхностно-активных веществ, ПАВов, а используют мягкие, щадящие, которые не разрушают гидролипидный защитный барьер кожи. В данном средстве у нас находится теококаил-глутамат, находится кокоглюкозид, ну, как в нашем очищающем геле, есть полоксамир 184 и есть полиглицерил 4-капрат. Ну, кто немножечко знаком с косметической химией, понимает, что это одни из самых безопасных и мягких поверхностно-активных компонентов веществ очищающих. Помимо поверхностно-активных веществ, которые очищают загрязнение, да, или снимают макияж, здесь есть уходовые компоненты. Это депантенол, это сок алоэ вера, и фукагель, то есть биосахаридная смола. И эти три компонента несут нагрузку именно ухода за кожей, то есть сохранить защитный барьер, успокоить кожу и создать оптимальные условия для существования нормальной микрофлоры. То есть данное средство имеет преимущество следующее, на мой взгляд. Ну, помимо текстуры и запаха, это уже на любителя, но действительно всем очень понравилось, кто у нас тестировал эту новинку, и мне в том числе. Но основные, естественно, плюсы – это ПАВы неагрессивные, то есть у нас будет сохраняться защитный барьер. Это уходовые компоненты в составе геля. Понятно, что они недолго на коже находятся, но при этом их наличие, конечно, является огромным плюсом. То, что это очищающее средство, этот мусс, является микробиом-френдли, да, то есть он сохраняет нормальную микрофлору, которая будет вытеснять патогенную. То есть это профилактика, например, воспалений. Кроме того, уже, как говорится, по применению, это, наверное, идеальное очищающее средство для, например, двухэтапного умывания, кто любит. Да? То есть, когда мы сначала снимаем плотный макияж, к примеру, гидрофильным маслом или молочком, то есть чем-то жиросодержащим, а потом мы должны дочистить кожу от остатков предыдущего средства жиросодержащего, используем пенку. То есть это вот совершенно идеальное средство для такого варианта умывания. Кроме того, естественно, ее можно использовать самостоятельно, умываться, снимать загрязнения, снимать макияж, в том числе зоны вокруг глаз. Для чувствительной кожи тоже подходит. После использования пенки, естественно, завершить очищение всегда нужно тоником. Можно взять для чувствительной кожи с гидролизатом коллагена алоэ вера, можно взять сейчас вот в сезон осенне-зимний с аха-кислотами тоник. И, в общем, на любой вкус, как говорится, есть в Гельтеке тоники. И тоники гельтековские, прошу заметить, не содержат очищающих компонентов, то есть они являются настоящими тониками, а не очищающими лосьонами. Это большая разница, потому что тоник не должен содержать ПАВов, тоник должен завершать очищение, как раз наоборот, помимо восстановления pH кожи, дочищать ее от остатков ПАВов, от остатков всяких балластных веществ, которые в водопроводной воде содержатся и так далее и тому подобное. Так что рекомендую всем попробовать этот прекрасный мусс и, собственно, делитесь своими впечатлениями. Очень приятная штука.
новая серия Home Care.